Этим утром во дворе дома на Краснознаменной как никогда людно. На дым, который валит из окна квартиры на третьем этаже, сбегаются десятки зевак. А это хозяева горящей квартиры. Несмотря на то, что утром никуда не уходили, как загорелось их жилье, не знают. Мы были дома вдвоем. Вы дома были? Да. А что первое загорелось? Я в кухне готовила, появился дым. В течение 10 минут густым едким дымом затянуло всю лестничную клетку. Десяток жильцов верхних этажей, в том числе 3-летнего мальчика, спасателям пришлось эвакуировать автолестницей. Чтобы погасить огонь, пожарные брали воду из гидрантов на соседней улице. Для этого пришлось перекрывать дорогу для автомобилей. Сложность состояла в том, что здание деревянное, перегородки и перекрытие, все из дерева. Огонь зашел в пустоты, получился прогар между 3-м и 4-м этажом. За час огонь погасили, никто из людей не пострадал. В случившемся жильцы дома винят хозяев сгоревшей квартиры. Пожилая женщина и ее взрослый сын, по словам соседей, бродяжничают. Уверены, причиной пожара было их неосторожное обращение с огнем. Клам туда складывали. Ну, просто на них подойдите и посмотрите. Там клам, там живут бомжи. Свет в обесточенный дом чиновники обещают дать в ближайшее время. Организуют и вывоз мусора из сгоревшей квартиры. А вот кто будет возмещать ущерб жильцам соседних квартир, пока неизвестно. Владимир Куриной, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».